так как нету, да? Я помню, его 2 недели назад привезли, у него еще припадок случился на улице. Угу. Долго он у вас был? Часа 2 где-то так. Так мало? Ну да, он когда пришел в себя, сказал, что он наблюдается у доктора Бахтина, и мы его отпустили. Вы знаете Бахтина? Да, конечно, город у нас маленький. Да и знаете, на самом деле, специалист такого уровня грех не знать. Проходите, присаживайтесь. Он невролог? Да нет, он, пожалуй, специалист широкого профиля. Так что Шацкому повезло с ним и Бахтину Шацким. А доктор это чем? Понимаете, интересный случай. Не вполне естественное течение болезни. А в чем это выражается? Как бы вам сказать. Вообще, припадки при таком заболевании, которым страдает Шацкий, не вполне естественный симптом. Вот если бы ему было лет 80, да и то. Так что для доктора Бахтина Шацкий представляет вполне понятный научный интерес. Ну, спасибо. Да не за что. А у вас в больнице невролог есть? Да, конечно. Анна Эдуардовна Кузнецова в 13-м кабинете. Правда, сейчас нету, но скоро она будет. С 2 часов у нее прием. Спасибо. Звоните всего за полцены. Например, в Россию или Казахстан. Начиная от 1,5 цента за минуту. 0,10,99. Звонить в Россию уже за полцента? Такое вообще возможно? Да, перед каждым разговором всегда набирайте код 010-55. 010-55! Колбасы 3 поросенка. А вы попробуйте. Дорогие друзья, я буду рада представить вам мое новое концертное шоу «Аплодисменты» в рамках моего европейского тура. И буду счастлива танцевать и петь для вас с моей командой. Ваша Анастасия Волочкова. Твоя по сути. Ну? Чего? Помнишь его?